Всем привет! У нас сегодня распаковка посылки из Китая с сайта AliExpress. ТВ-приставка. Начинаем распаковку. Посылка пришла за 10 дней. Очень быстрая доставка. Стоимость ее где-то 2300 с чем-то рублей. Значит, у нас здесь клавиатура в комплекте. Вот такая клавиатура. Откроем, наверное, посмотрим. Так, мануальчик на английском языке. На английском языке, в принципе, китайском даже нет. Так, сама клавиатура. Буквы только английские, русских нет. Такая клавиатура. Батареек нет в комплекте. Две мизинчиковые, по-моему, да. Вот сам датчик. Батарейки найдем потом. Кнопки щелкают. Ничего так удобное. Так, сама приставка теперь. Так, приставка запечатана в пленку. Так, потом. Блок питания. На 2 ампера. Выход 5, 2 ампера. Евровилка. Сомневался, кстати, что будет евро. Так, пульт управления вот такой вот. Давайте посмотрим, батарейки есть в комплекте. Батареек тоже нет в комплекте. В принципе, неплохой пульт, тоже нажимается щелчками. HDMI кабель обычный и тюльпаны. Здесь еще у нас инструкция на английском языке. Теперь у нас сама приставка. Пакетики отклеим. Итак, у нас здесь интернет-выход, блок питания подключать, HDMI выход. Так, а вы это на тюльпаны выход. У нас цифровой выход. USB, один из USB. Здесь их 4. Раз, два, три, 4. Так, под карту памяти SD, MMC.
Так, ну все, вот здесь вот прорези для вентиляции. Тут модель M9S Pro. Сделан в Китае, естественно. Так, а у нас параметры должны быть в общем видео Mali 450, процессор S905 Amlogic, встроенные 32 гигабайта памяти, оперативной памяти 3 гигабайта. Подключил приставку к телевизору на кухне. Здесь на шкаф приклеил на двухсторонний скотч. Нормально держится. Веб-камеру подключил. Так, телевизор у меня Full HD, 22 дюйма. Сейчас вот загрузится с приставкой. Вот загрузилось. Подключил мышь беспроводную. Вот такая Logitech. Все работает, все нормально. Подключил клавиатуру, которая в комплекте шла. Тоже все работает. Все нормально. Только вот буквы здесь вот английские. Русских букв нет. Даже не знаю, такие наклейки продают, не продают маленькие. Русские. Пульт тоже, в принципе, работает, но он, по идее, только включать и выключать нужно. Если есть мышь беспроводная. Аиду поставил. Такие вот параметры показывает. Можем посмотреть. Так, процессор у нас такие вот параметры. Кому интересно, можете на паузу поставить, посмотреть. Так, сеть Wi-Fi у нас тут, батареи нет, Android. Android 5.1, обманули с Android. 6.0 обещали, 5.1 стоит. Ну ладно, что теперь? Ну, веб-камеру вот я поставил, тоже Logitech. Сразу начала работать, ничего, никаких дров не надо устанавливать. Сразу все заработало. По температуре. Немножко, конечно, греется. Иногда даже подвисало. Я думаю, нужно кулер ставить. Кулер я заказал с AliExpress. 170 рублей стоит. Должен прийти в январе, наверное. Я хочу установить для охлаждения. Так, Antutu у нас. Тридцать одна тысяча сто семьдесят восемь набрала. Информация тоже вот здесь вот. Кому интересно, можете ознакомиться. Запускаем спид-тест. Значит, у меня где-то здесь три стены, ну, около 7 метров до роутера. Скорость у меня 50 мегабит. Получение 15, передача. Ну, 37. Ну, режет, конечно. На компьютерах у меня показывает, ну, 51-52 обычно. И получение, передач. Так, по настройкам у нас. Настройки. О, планшетик. Как планшет определяется? Общая информация. Давайте посмотрим, как работает браузер.
В принципе, все шустренько, быстро. Браузер работает хорошо. Кстати, пару раз было то, что Wi-Fi пропадал почему-то. Приходилось выключать из сети, потом обратно включать. Когда появлялось. Давайте посмотрим, как работает YouTube. В принципе, все быстро, шустро работает. Так, что включить, чтобы не забанили? Здесь так противно, я перестаю дышать. Эй, моя пара дома. Эй, всем привет, друзья, меня зовут Дмитрий, это канал Куплинов Плей, и наше уже традиционное поздравление с Новым Годом, но он еще не наступил, это елка, это я в рубахе, это микрофон, его не видно, я подготовился в этом году, звук должен быть... Еще понять не могу, почему-то некоторые видео показывают Full HD, некоторые 720 только показывают, тоже понять не могу. Ну, в принципе, YouTube работает быстро. Так, что еще показать? Асфальт 8 работает хорошо, но почему-то клавиатура у меня не работает. Я не знаю, как настроить, напишите, подскажите. Там почему-то клавиатура, кнопки нажимаю, ни одна не работает. В настройки заходил, говорю, там вообще нет такого, чтобы настроить можно было. Пробовал проводную клавиатуру, пробовал беспроводную клавиатуру, пробовал, которая в комплекте шла. Ни одна кнопка почему-то в игре не работает. Не знаю, как управлять. В общем, все перепробовал. То есть машина едет, а управлять я ей не могу. Клавиатура. Включаю. Все кнопки перенажимал, и все, бесполезно. Ни одна не работает. Вот только вот назад. Мышь работает назад. А управление не работает почему-то. Что надо делать? Ну так лагов вроде нет в игре. В настройки захожу. Управление. Где здесь выбирать? Это только вот на этот... Нажатие на экран для сенсорного управления. Не понимаю, почему-то не работает. Так что не могу сказать, почему, как, что надо. Может, приложение какое-нибудь надо устанавливать. Так что вот такие дела. Вот сейчас в игре минуты две поиграли, вот он 70 градусов уже температуру показывает. То есть, ну, немножко нагревается, конечно. Кулер надо ставить. Скачал приложение HD Video Box. Вот такое. В Play Market его нет почему-то. Скачал так, через браузер. Самое, в принципе, нормальное приложение. Здесь все есть. В принципе, любой фильм есть. Даже который недавно вышел. Уже онлайн смотреть. Можно качество там выбирать, там. Реклама сначала. Перед каждым фильмом примерно 20 секунд рекламы. Вот так
принципе, приложение хорошо работает. Снаружи на полках магазинов его, наверное, 100. Но для меня это все равно, что в юго-западной... Так что приложение хорошо работает. Что еще показать? Так, это установки, рекомендации. Так, сюда можно все значки установить, которые чаще всего будешь пользоваться. Viber тоже работает хорошо. Mail агент, Skype. Все работает хорошо. Google Play все работает. Через флешку тоже все фильмы идут. Все хорошо. 4К не пробовал, не знаю. Все, вот такой обзор. Всем пока.